Город Самара. А в Самаре есть и метро. Сажусь на метро Безымянка и еду до метро Алабинская. Написано: Министерство путей сообщения Советского Союза, Куйбышевский метрополитен, Безымянка. Прям как в Москве или в Новосибирске. Такой же метро. Люди спешат. И не спешат. Вход в метро. А как я иду? Прохожу сюда и еду до метро Алабинская. Метро Самара. Самара, городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте меня. Вот это метро города Самары. Очень чисто, современно. Метро все посвящено самолетом. Фронту надо, сделаем. Все. Метро Безымянка. Безымянка, Кировская, Ильин городок. А мне нужно ехать в ту сторону. Так. Получается, 2 остановки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 станций. Вот. А Безымянка, Победы, Советская, Спортивная, Гагаринская, Московская, Российская. Мне нужно до метро Алабинская, чтобы доехать до Белой Ладьи и до набережной. Все дороги Самары ведут на набережную реки Волги. Уважаемые пассажиры, при пользовании Победа.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – спортивная. Конечно, московскую станцию сделали под мрамор, как во времена Советского Союза. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Российская. Станция Российская. Еще строится 11-я станция. Театральная. Следующая станция Алабинская. Алабинская. Конечная. Город.
Вот такое метро, город Самары. Всего вам доброго. Такое метро. Красивое, современное. Всего вам доброго.